Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у меня будет такой обзор из моих подписчиков. Сейчас покажу. Кидали интересные видео. Сейчас открою весь. Ну, это переписка. Сейчас главное хочу показать видео, о чем была речь. И потом показать, о чем хочу поговорить. Он здесь на своем канале кинул один интересный видео, интересные фотографии, созданные природой. Ну, тут на картинках видно, ну это я вставлю звук, но звук отключился, все равно это не услышите, потому что программа не дала, чтобы все записи из Ютуба прошло, ну, сейчас я тоже скажу, это паук, ну и такие интересные фотографии. В комментариях я ему написал, что и у меня тоже такие фотографии есть, мы друг друга не поняли, он написал, что типа я тоже, ну, невозможно, чтобы эти фотографии были у меня. Я его потом ответил, что это я не имел в виду, что и такие картинки у меня есть. У меня есть свои фотографии, которые снимали с природы. Сейчас покажу, какие фотографии. Ну, тут уже я пару штук показал из своего сайта. Вот, смотрите, ребята, это корень винограда. Тут корень похож на голову, вот это все силуэт, похож на кобру. Это глаза, это носовая часть, ну, похож на кобру. Это сосед нашел такой корень, ему сказал, что такой природные явления, если я снимал, фотографировал. Потом идет вот такое дерево, вокруг как это сердце идет, такой красивый вид. Ну это давно был. Еще тут это похоже на крест, внутри вот такой белый был, в черном и крест был вот такой. Тоже все эти фотографии в этом деревьях были, в пенках. Потом идет сердце. Вот такое. Сейчас извиняюсь. Так. Чуть увеличить буду. Вот такое сердце. Можно даже бабочку похож. Чуть. Ну, тоже интересно были. Только эта часть были. Я потом бензопилой обрезал, тут дальше ничего не было. Только вот это силуэт были и все. Потом вот такой тоже есть крест. Смотрите. Это чуть поздно увидели, потом фотографировал. Чуть окраску менялся, поэтому нехорошо видно. Ну, стрелку мишки покажу. Вот так идет. Вот так идет. Ну, тоже это крест. И, ну, это очень прикольная фотография. Это баклажан. Ну, сами обсуждайте, потом пишите в комментариях. Какое название ставили баклажан, имя баклажана. Все, друг, я хотел показать вот эти фотографии, которые у меня были. Пока ничего нового нету. Это старые фотографии в 2015 году. Это был... вот это тоже в том году был. Это, наверное, в 2013 году. Это тоже старое фото. Ну, пока ничего нового нету. Вот название канала
весело в деревне мы живем. Вот, друг, я снимал мои фотографии, показал, что у меня нету те фотографии, которые у тебя есть. Все, ребята, кому понравился видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще новые интересные видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить новые уведомления о новых видео. Всем пока, удачи!